Да, сама какая-то Thank you.
изначально танец английский. И это видно из названия «Фокс» – лисичка. Англичане подсмотрели, как лисички во время брачного периода встают на задние лапки, прижимаются друг к другу мордами, трутся, и задними лапами выделывают всякие забавные па, как бы пританцовывают. Так появился фокстрот. И сейчас прозвучит настоящий английский фокстрот. Сейчас посмотрю, что будет. Подходящая вещица. Фокстрот. Появилась на рубеже 19-20 веков в притонах и злачных местах на окраинах Буэнос-Айреса. Родина танго – Аргентина. Танго действительно танец очень эмоциональный, очень откровенный. Настолько откровенный, что Папа Римский в начале 20 века даже запретил и заклеймил танго как танец непристойный и излишне фривольный. И сейчас прозвучит одно танго, аргентинское танго. К слову сказать, как вы думаете, что самое главное в танго? Не
чувство, да. Ни ритм, ни мелодия, ни движение танцевальное. Самое главное в танго – это взгляд. Загадочный взгляд, который называется кабесео. Это пронзительный взгляд глаза в глаза, которым одаривает женщина своего потенциального партнера. С этого взгляда начинается танго. И сейчас прозвучит настоящая аргентинская танго, танго, с которого началось триумфальное шествие танго по Европе, Карлос Гардель, «Por una cabeza». Какая-то непонятная другая жизнь. Сейчас прозвучит еще одна песня на испанском языке. Поскольку на испанском, я позволю себе маленький перевод. Песня называется «Сибаней». Сибаней – это имя юноши, прекрасного юноши. А остальное все автоматически, в общем-то, становится понятно. Thank you.
я к нему привыкла. Сейчас он привязан. Однако пора вернуться на родную отечественную почву. Разумеется, сейчас будет танго опять. Но прежде чем петь, я хотела бы вспомнить, наряду с просто красивыми произведениями, авторов и исполнителей, тех людей, которые нам подарили эти бессмертные танго. Итак, Александр Вертинский, апологет русского романса и отец русского шансона, подарил нам необычайное количество пронзительных и искрометных танго. И сейчас прозвучит, пожалуй, самое известное его танго «Магнолия». Очаровательная вещица, которую любую женщину может сделать красавицей, королевой. Тем более, что песня, которая сейчас прозвучит, она действительно знакома нам из уст королевы, настоящей королевы красоты, секс-символа многих поколений, Мерлин Монро.
Хотя надо сказать, что песня появилась задолго до фильма «В джазе только девушки». Эта песня довоенная, и сначала она звучала в мужском исполнении. Ее пел тоже в фильме Фред Астер. Итак, I wanna be loved by you. Я хочу, чтобы ты меня любил. Птицы на заре, и закат, когда лавишь лед земле, прощай.
Perché amo, hai
Прощальный.
опять танго. У нас чередуется танго, фокстрот, танго, фокстрот. Вы, наверное, замечали, что в настоящем танго есть что-то притягательное и порочное одновременно. Такой сладкий яд порока и вседозволенности. Наверное, поэтому танго всегда звучит, например, в кинофильмах, когда идут эпизоды с какими-то бандитскими малинами, злачными местами и прочими какими-то вещами, такими вот не очень приличными. Ну, может быть, оно и так, правда, сразу вспоминается эпизод «Волка и зайца», ну, погоди, когда я танцевал танго. Вот. Сейчас прозвучит одно, скажем так, бандитское танго. Мы не могли обойти стороной эту часть танго и не могли не включить его. Но, разумеется, это будет не мурка, хотя на самом деле мурка тоже изначально была написана как танго. И автор ее Оскар Строк, очень известный композитор довоенной поры, автор множества известных танго. Но мурку мы сегодня петь не будем, мы споем другое танго. Оно называется очень загадочно, очень странно. Оно у него два названия. Называется оно «Албанская танго» или «Бабочка». Хотя от себя хочу заметить, что куплетов там немереное количество, как и положено, в общем-то, по детскому фольклору. Мы споем только избранные из них. Но, поверьте, ни в одном куплете нет ни слова про бабочек. Да и, впрочем, как-то албанского колорита ни в мелодии, ни в словах тоже не наблюдается. Но, тем не менее, албанская танго. Вдали погас последний луч заката, и снова тишина на землю пала. Прости меня, но я не виноват. Прости меня, но я не виновата, что я любить и ждать тебя устала. Вижу опустевшую аллею, и грустно, а чего сама не знаю. Ведь о тебе я больше не жалею, и о тебе я больше не мечтаю. Следующая вещица, которую я выложила в недрах чемодана, это замечательные, очаровательные бусики. Наверное, бабушка, владелец этого чемодана, была кокеткой. Ну и сейчас соответствующий фокстрот. Ты не уходишь прочь, но знай, мой друг, тебе я не могу ничего.
Очередной факт.
Thank you.
И сейчас прозвучит последняя песня. Мы не могли отказать себе в удовольствии включить ее в программу. Хотя это более-менее современная танго, наверное, самая известная танго в наше время. Вот. И вы его тоже все хорошо знаете. Поэтому буду благодарна, если будете подпевать. Танго из кинофильма «Бриллиантовая рука. Помоги мне». Обещали? Да.
сами догадываются. Ты бы мне сказала, хотя бы чего это. Мы немножко устали.
Спасибо.